Сейчас расскажу, чем отличаются мои варганы, как выбрать себе по душе. Здесь у нас представлены модели огонь, басовый, фрактал среднечастотный и лист высокочастотный. Также у каждого есть система магнитов, которая понижает тональность. Сейчас я сыграю одну и ту же импровизацию с разными варганами. Ой-ля-ля, ой-ли-ли, артикуляцию на дыхание ртом. С магнитом. Варган фрактал. С магнитом. Огонь. С магнитом. Таким образом, можно услышать разные частоты и понять, какой с вами резонирует, тот и можно выбрать. Вообще, советую в коллекции иметь все частоты, потому что очень разные ощущения от каждой частоты, от бодрости до успокоения. И это очень интересно ими менять, регулировать свои состояния. Но если вы хотите выбрать один, то можно как раз послушать этот обзор и понять, какой варган с вами резонирует, и выбрать его. Немного расскажу о своих наблюдениях, как действуют разные частоты на организм, на состояние. Например, басовые и ультрабасовые, они дают расслабление, такое приятное, глубинную медитацию, погружение в себя. Высокочастотные дают такую бодрость, заряд энергии, можно даже вот по утрам играть, заряжаться. Вот. А среднечастотные, нечто среднее, такое тоже и бодрость имеют, и такое глубинное расслабление. В общем, можно послушать все эти звучания и почувствовать, какой будет резонанс с вами, и поделиться об этом в комментарии. Ну и напоследок послушаем три варгана еще разок. Ой-ля-ля, 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 ой-ля